Причиной, которая не требует доказательств, является то, что лес – наше богатство, что он легкий планеты, и его необходимо беречь. На страже этого уникального природного ресурса стоят работники лесного хозяйства, которые сажают, спасают от пожаров и вредителей, берегут от незаконных вырубок огромный зеленый массив, без которого невозможна жизнь. Среди этих мужественных людей женщин мало, но они есть. Так несколько представительниц прекрасной половины человечества работают и в лесничествах Чувашии. Лидия Ивановна Тридворного работает в лесном хозяйстве 30 лет. Она заслуженный лесовод Чувашии. Оказалась в этих краях, будучи совсем молодой девушкой. Технику мы закончили, по направлению в Кирское лесничество попали. Это, наверное, судьба. Господь Бог нам так дал, что именно работать в этой профессии. С 83-го года. За годы работы лесничим Лидия Ивановна для себя точно поняла, как надо строить работу и что главное в лесном хозяйстве. Правильно надо, чтобы рубки проводились все в рамках закона. Вот. И, конечно, создание лесных культур, уход и выращивание до момента в покрытую лесплощадь. А не так, что за год посадили, мы культуры сделали. Это неправильно. Это нужно довести их до покрытой лесом площадь. И то, и еще смотреть надо. Все рубки ухода надо обязательно делать, чтобы вывести его в нормальный лес. Вот. Ну и охрана, конечно, воспроизводство лесов. Это все в первую очередь ведение лесного хозяйства. Сохранение лесов, чтобы осталось что-то на другое поколение, а не так, что... Семья Лидии Ивановны, муж и дети понимают важность маминой работы, они всегда поддерживают и помогают ей. Дети выросли, они очень помогали. Всю жизнь на работе, да, ни выходных, ничего нет. Всю жизнь на работе. А так они помогали, и муж помогал. А дома еще хозяйство было. Это надо, считайте, вот, если этот пожар, значит, надо... С утра и в ночь же оставались еще. Все помогали. И они помогали, и дети помогали, и сын пошел в лесное хозяйство. И помогали осветление. Даже в 10 классе собирали ребят, осветление, уход делали за культурами. Так что семья, все нормально. Все помогали и знают, что мама руководитель лесного хозяйства, нужно помогать. Лидия Тридворна очень ответственно относится к своим обязанностям. Она следит за всеми посадками, ежедневно совершает обход территории. Особое внимание, конечно, уделяет молоденьким деревцам, которые растут в питомнике. 19,2 гектара. Общая площадь питомника, продуцирующая 16 гектар. Мы находимся на территории посев 3-го года, значит, сеянцы. Выращивание. Они у нас остались, мы на доращивании, потому что у нас почва очень бедная. Мы оставляем на трехлетку немножко, потому что это не достигли стандартного посадочного материала на площадь 0,1 гектара. Вот. Имеются, значит, посевы 2020 года, 0,33 площадь гектара. И посевы 2021 года, 0,22 площадь гектара. В основном выращивание посадочного материала происходит у нас по сосне. Сосна обыкновенная, потому что и культуры создаются только сосной у нас. А на уходе за более взрослыми сосенками работает бригада, состоящая из 4 женщин, которые вручную обрабатывают посадки. В чем суть? Чтобы сеянца был открытый на время зимнего периода. Трава очень большая, она, значит, ложится, и саженец ложится тоже на землю. И получается, может, если теплая зима, то он может, да, вот это, как происходит, там пропаривается он и погибает саженец. То есть, вот для этого делается уход за лесными культурами. Ну, во-первых, второстепенные породы. Сейчас они вот все срубают уже. Есть мягколистенные породы, заглушают. Они все убирают и как бы дают препятствие росту саженцев. Работа эта физически очень сложная. В руках у этих женщин только мотыги. Смена длится 7 часов. Нужно приложить много сил, чтобы освободить неокрепшие еще сосенки от мощных сорняков. И к этому надо прибавить жаркую погоду и насекомых. Но они не унывают.
потому что хотят, чтобы вокруг их поселка лес сохранился. С 1995 года я пришла сюда, мне было 18 лет, и так осталась здесь работать. Этой профессии осталась. Да. Ну вот в чем особенность вот этой работы? Ну чтобы лес рос, ухаживаем, сажаем. Душа, скажем, да. Душа болит, чтобы лес вокруг Кирилл у нас был, рос. Не вырубили вырос, все, да. Чтобы никто не пришел. Да, чтобы грибы и ягоды были. Ягоды, грибы, лекарственные травы – лес – это кладезь витаминов, полезных для здоровья человека природных веществ. В канашском лесничестве изготавливают уникальный чай. И, конечно, к сбору трав и плодов имеют отношение женщины. Канашское лесничество уже как 3 года выпускает травяной чай «Дары леса», в состав которого входит листья малины, земляники, цветы липы, тысячелистник, мать и мачеха, зверобой, мелиса. Чай, он очень полезный, поливитаминный напиток, обладает приятным вкусом, повышает иммунитет, дарит прекрасное настроение на целый день. Раньше мы выпускали мало чая, с каждым годом у нас повышается спрос на этот чай. В этом году мы изготовили 600 штук. Чаем пользуются не только Чувашская республика, мы их реализуем и другие – Татарию, Мариэл, Москва. Так свои руки, свою душу женщина прикладывает ко всему, что происходит в лесничествах. Причем делают это не хуже мужчин, являясь профессионалами своего дела. Именно таким настоящим работником лесного хозяйства, профессионалом, является Татьяна Владимировна Тихонова, мастер леса Сорминского участкового лесничества. Сорминское наше лесничество, оно в приоритете твердолесных пород, таких как дуб. Дуб – наша гордость. При Петре I это были корабельные дубы. Мы стараемся их всеми силами сохранить. Одно дело посадить, другое дело их в течение 8 лет. Нужно еще за ними уход. И в течение сезона требуется неоднократно, по 2, 3, 4 раза даже уход нужно проводить. Иначе они просто-напросто погибнут, и опять будет напрасен труд. Кроме дуба, конечно, у нас есть еще мягколиственные породы. Одним из важных направлений деятельности участка является сохранение и примножение такого важного для Чувашии дерева, как дуб черешчатый. Я хочу вам сейчас показать, какие у нас культуры дуба черешчатого. Прирост 15-18 сантиметров. Это очень отличные показатели. Сам он сегодня, на сегодняшний день, примерно 0,7-0,8 сантиметра. Это все этому способствовало хорошему росту. Именно вот конкретный хороший механизированный уход. А в возрасте 8 лет мы их переведем в лесопокрытую площадь. То есть уже во взрослое состояние леса. Это согласно правилам лесовосстановления. Закладываются лесные культуры и в честь важных событий, и в честь людей, которые внесли свой большой вклад в развитие Чувашии и всей страны. Так есть в лесничестве место, которое посвящено заслуженным лесоводам Красноармейского района, участникам войны и детям войны, которые работали в лесном хозяйстве. Здесь у нас в 2020 году созданы культуры дуба черешчатого вместе с липой мелколистной на площади 1,4 гектара. Им на сегодняшний день только 1 год. Они еще очень маленькие, но также они требуют ухода. Уход мы в этом году уже провели 2 раза, тоже механизированным путем, на тракторе МТЗ-82, агрегатом КЛБ-70. Есть в Сорминском участковом лесничестве участок, где посажены сосны в честь героя Советского Союза, чувашского космонавта. Мы их будем в 27-м квартале, выделили 12-м, заложен в 2017 году. Это культуры непростые, заложены в честь космонавта Николаева, в честь 55-летия со дня его первого полета. Большое внимание коллектив Сорминского лесничества уделяет расчистке квартальных просек, что является одним из направлений деятельности в рамках выполнения государственного задания. Обратите внимание, вот как раз сейчас провели здесь расчистку квартальной площади на расстоянии 1,2 километра, шириной 4 метра не менее, согласно характеристик госзадания. А еще на территории Сорминского лесничества произрастает единственная в России плантация дуба черешчатого, которая имеет большое научное значение. Заложили ее в 1981 году.
На сегодняшний день уже собираем урожай. Первые килограммы желудей собрали в 2001-2002 году. Из этих улучшенных, собранных желудей мы будем создавать в дальнейшем лесные культуры дуба черешечного. На плантации в содружестве работали работники Марийского государственного технического университета. В первую очередь это Михаил Михайлович Котов, профессор, кандидат, доктор сельскохозяйственных наук. Также закладывалась плантация под руководством работников министерства, работников лесхозов, лесосеменоводческой станции, ну и лесничества, конечно. Это вот министра Николаев, Егоров, в дальнейшем сотрудники Калегин Аркадий Аверкевич, Тропыгин, Мусабиров, Губанова. На сегодняшний день все работы здесь на плантации уже завершены. Татьяна Владимировна Тихонова рассказывает о посадках, деревьях подробно, интересно. Она увлечена своей профессией. В лесное хозяйство она пришла в 90-е годы 20 века. Работу, наверное, свою очень люблю, раз я здесь столько лет, несмотря на все эти трудности, на трудности реорганизации, на трудности в лесном вообще хозяйстве. Передо мной всегда такой девиз стоит: надо любые трудности претерпевать, идти вперед, ничего не бояться. Ну, значит, наверное, я на своем рабочем месте. Татьяна Тихонова – одна из тех редких, уникальных женщин, мастеров леса, которые выполняют, по сути, мужскую работу. Но получается это у нее отлично. Ну, коллектив у нас очень дружный. У нас очень хороший коллектив, работоспособный коллектив. Мы четко знаем все свои задачи, поставленные перед нами министерством. Это выполнение государственного задания, которое подписано 8 февраля 2021 года. И по лесовосстановлению задачи поставлены перед нами, и по лесопользованию, и по охране, защите лесов. Ну, одна из наиглавнейших задач, я сама считаю, это охрана лесов от пожаров, от лесных пожаров. На таких людях, как работники Сорминского участка и всего опытного лесничества, держится все лесное хозяйство и нашей республики, и всей страны. Проблемы отрасли очевидны, их надо решать. Потому что лес – это однозначно наше богатство, и его надо беречь. И на страже его стоят именно такие настоящие лесные стражи, которые ставят плоды своего труда на века. Будет финансирование, будут у нас кадры, будет у нас техника, будут у нас люди, будет продолжение династий лесоводов. В связи с тем, что наша профессия, она такая, ведь она на века, то есть мы впоследствии видим свой результат. Именно в будущем увидим. Просто природу надо любить. Надо понимать, что она для нас создана. Что все, что в природе есть, дождь, град, снег, птицы, звери, все это в первую очередь именно для того, чтобы мы дальше продолжали жить. Но надо надеяться, что все будет хорошо, что и лесное хозяйство поднимется, что мы встанем еще, что мы загремим. Вот, что люди начнут опять-таки уважать нашу профессию. Вот, ну, пока есть возможность, будем работать.